Новым послом России на Украине, скорее всего, станет Михаил Бабич. На охотный ряд сегодня поступило письмо по вопросу о его назначении. Комитет Госдумы по международным делам кандидатуру Бабича поддержал. Ну а сам Бабич отказался отвечать на вопросы журналистов. Он ограничился многозначительной фразой «Скоро все узнаете». До последнего времени Михаил Бабич занимал пост полпреда президента в Приволжском федеральном округе. Новый посол сменит в Киеве Михаила Зурабова. Президент отправил его в отставку после 7 лет работы на этом посту. Недостаточно активная позиция Зурабова не раз вызывала критику, в том числе и у некоторых депутатов Госдумы.